Доброе утро! Я Ольга Будко. Вы смотрите рубрику «Дочки-сыночки» на телеканале «Хабар». Сегодня мы снова говорим об организации самостоятельных занятий для ваших детей на период карантина. Следующий пункт нашего чек-листа – физическая активность. Ну, тут все просто. Даете ребенку спецзадание – выполнить комплекс упражнений для супергероев. Берем наш обязательный блокнот ученого. Расписываем в нем нашему супергерою хорошую такую физическую нагрузку. И у нас есть свободных 10-15 минут. А можно сделать еще интереснее. Добавьте интриги. Комплекс упражнений можно выдавать не сразу весь, а по частям. Если вас не сильно отвлечет от работы беготня ребенка и выдача ему заданий, организуйте своеобразный квест. Приготовьте карточки задания, напишите их от руки или распечатайте на принтере. Еще вам понадобится два игровых кубика. Ваш супергерой вытягивает карточку со спецзаданием, потом кидает кубики. Чтобы узнать, сколько раз нужно выполнить упражнение, надо просто сложить выпавшие числа. Заодно и навыки арифметического сложения потренируете. А если у вас дома нет игровых кубиков, то вы можете сделать вот такие карточки с примерами в пределах одного десятка. Дальше ребенок отправляется выполнять задание, а вы остаетесь со своими делами. После выполнения промежуточной миссии супергерой несется к вам за новым поручением, проходит снова всю процедуру жеребьевки и так, пока не закончатся карточки или завод у супергероя. А на сегодня это все. Желаю вам продуктивных занятий. Пусть все у вас будет хорошо. Увидимся в следующем выпуске.